Смоленской медицинской академии состоялась встреча епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона со студентами, преподавателями и сотрудниками. Слово нашим коллегам из телестудии «Святой Меркурий». Темами встречи смоленского архиерея со студентами и преподавателями медицинской академии стали милосердие в служении врача и празднование Рождества Христова. Епископ Пантелеимон рассказал присутствующим о служении сестер милосердия в Москве, которое проходит под его духовным руководством, и об опыте, который он получил, будучи больничным священником. Архипастырь отметил близость служения врача и служения священника и значимость для них такой добродетели, как милосердие. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что врач, у которого нет милосердия, медицинская сестра, которая не имеет милосердия, эти люди, они вовсе непригодны. Говоря о Рождестве Христовом, его преосвященство отметил уникальность и непреходящую значимость этого события для людей. Потому что человек – величайшее творение Божие, поэтому Бог и стал человеком. Один святой пишет, что человек сотворен по образу имевшего воплотиться Бога. При сотворении мира сначала было решено, что будет создано такое существо, такой организм, который сможет вместить в себя Бога. И вот на Рождество мы с вами как раз и празднуем, и вспоминаем то, как Бог стал человеком, как Бог вошел в человеческую природу. Бог принимает на себя человеческий образ, становится человеком для того, чтобы уничтожить это искажение человеческого образа в нас, уничтожить это зло, которое есть в нас. И он приходит на землю для того, чтобы остаться с нами. Ну, когда воскрес и возносился на небеса, он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Он с нами, Господь. В заключении беседы епископ Пантелеимон ответил на вопросы и призвал присутствующих посетить храм в светлый праздник Рождества Христова и, последовав примеру волхвов, подарить подарки своим близким, а также людям, нуждающимся во внимании и заботе.